Йога для успеха. Практики для шеи. Неврологическая и энергетическая системы очень развиты в зоне между лопатками и выше. Поэтому очень важно поддерживать шейно-воротниковую область в хорошем состоянии. Через 3-4 минуты выполнения этой практики для шеи вы отчетливо ощутите, что стали значительно более внимательным и собранным, и это избавит вас от вялости и инертности в теле. Будет активнее происходить восстановление нервных клеток. Также произойдет улучшение памяти и интеллектуальных способностей. Вот несколько рекомендаций, которые обеспечат оптимальные условия для занятий и значительно улучшат ваше восприятие практик. Пожалуйста, выключите мобильные телефоны, либо поставьте их в бесшумный режим. Не рекомендуется проходить программу на полный желудок или сразу после приема пищи. Пожалуйста, сядьте, выпрямив спину так, чтобы вам было комфортно. Положите руки ладонями вверх, не скрещивая их. Эти условия подготовят вас к тому, чтобы быть в повышенном состоянии восприятия и позволят получить наибольшую пользу от практик. Эти практики безопасны и очень просты. Ими может заниматься любой. Обучаться практикам может любой по достижении 7 лет. Если вы носите очки, пожалуйста, снимите и отложите их на время занятий йогой. Сейчас мы выполним определенный набор практик для шеи. Эти практики помогут вам расслабить напряженные мышцы в области шеи и плеч. Разберем первые 3 части практики для шеи. Пожалуйста, посмотрите. Встаньте, поставив ноги врозь на комфортном расстоянии, параллельно друг другу. Руки и плечи должны быть свободными и расслабленными. Убедитесь, что ваша шея расслаблена, все равно, что веревка. Не должно быть никакого напряжения. Глаза закрыты. С выдохом медленно и аккуратно опустите подбородок к груди. Это исходное положение. Теперь на вдохе аккуратно поднимите голову вверх и отведите ее назад. С выдохом опустите голову обратно к груди. Это один цикл. Выполните его 3 раза. Теперь рассмотрим вторую часть практики для шеи. На вдохе медленно и осторожно поверните голову направо до крайнего возможного для вас положения. На выдохе верните голову обратно к центру. Теперь на вдохе медленно и осторожно поверните голову налево до крайнего возможного для вас положения. На выдохе верните голову к центру. Это один цикл. Выполните его 3 раза. Теперь рассмотрим третью часть практики для шеи. На выдохе медленно и осторожно наклоните голову правым ухом к правому плечу до крайнего возможного для вас положения. На вдохе поднимите ее обратно. На выдохе медленно и осторожно наклоните голову левым ухом к левому плечу до крайнего возможного для вас положения. На вдохе поднимите ее обратно. Это один цикл. Выполните его 3 раза. Сейчас мы вместе выполним 3 цикла первых 3 частей практики для шеи. Пожалуйста, встаньте. Ноги врозь на комфортном расстоянии, параллельно друг другу. Руки и плечи должны оставаться свободными и расслабленными. Глаза закрыты. На выдохе медленно и осторожно опустите голову к груди. Это исходное положение. На вдохе осторожно поднимите голову кверху и отведите ее назад. На выдохе опустите голову к груди. Второй раз. На вдохе поднимите голову вверх и отведите ее назад. На выдохе опустите голову обратно.
Третий раз. Убедитесь, что руки и плечи расслаблены, что нет никакого напряжения. Теперь перейдем ко второй практике для шеи. Встаньте в исходное положение. Голову держите прямо, глаза закрыты. На вдохе медленно и осторожно поверните голову направо. На выдохе верните голову к центру. Теперь на вдохе медленно и осторожно поверните голову налево. На выдохе верните голову обратно к центру. Второй раз. Направо. Налево. Третий раз. Делайте это медленно. Вы даже можете задержать голову в крайнем положении на секунду, а затем вернуть обратно. Вернитесь в исходное положение. Теперь перейдем к третьей части практики для шеи. Снова держите голову ровно, глаза закрыты. На выдохе медленно и осторожно наклоните голову правым ухом к правому плечу. На вдохе поднимите ее обратно. На выдохе медленно и осторожно наклоните голову левым ухом к левому плечу. На вдохе поднимите ее обратно. Второй раз. Третий раз. Когда вы опускаете голову, делайте выдох. Когда вы поднимаете голову, делайте вдох. Закончив, сядьте в удобное положение. Теперь освоим четвертую и пятую части практики для шеи. Снова поставьте ноги врозь на комфортном расстоянии, параллельно друг другу. Глаза закрыты. На выдохе опустите подбородок к груди. Это исходное положение. На вдохе медленно и осторожно вращайте голову в сторону правого плеча. На вдохе, продолжая вращение, отведите голову назад. На выдохе верните голову вниз. Теперь поменяйте направление и выполните вращение в другую сторону. Это один цикл. Выполните его 3 раза. И заключительно 5-я часть практики для шеи. Вращайте плечи вперед. На вдохе поднимите их вверх, на выдохе опустите вниз. Выполните это 3 раза. Теперь вращайте плечи назад. На вдохе поднимите их вверх. На выдохе опустите вниз. Сделайте это 3 раза.
теперь выполним четвертую и пятую части практики вместе. Пожалуйста, встаньте. Убедитесь, что ноги стоят параллельно друг другу, глаза закрыты. На выдохе опустите подбородок к груди. Это исходное положение. На вдохе медленно и осторожно вращайте голову в сторону правого плеча. На том же вдохе продолжайте вращение, отводя голову назад. На выдохе верните голову вниз. Выполните полное круговое вращение. Теперь поменяйте направление и вращайте в другую сторону. Мы сделаем это еще два раза. Второй раз. Вращайте в сторону правого плеча. Убедитесь, что верхняя часть тела остается неподвижной, когда вы вращаете головой. Поменяйте направление и вращайте в сторону левого плеча. Третий раз. Делайте это медленно, координируя движение с дыханием. Теперь мы выполним пятую часть практики вместе. Голова прямо, верхняя часть тела расслаблена, глаза закрыты. Вращайте плечи вперед. На вдохе поднимите их вверх, на выдохе опустите вниз. Сделайте это три раза. Теперь вращайте плечи назад. На вдохе поднимите их вверх. На выдохе опустите вниз. Сделайте это три раза. Закончив, сядьте в удобное положение.